Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как я затачиваю вот такие вот циркулярные диски очень легко и просто. Но ни в коем случае не заставляю вас повторять за мной, потому что это может быть опасно. Поэтому все, что я делаю на свой страх и риск. Так что устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! В данный момент у меня диск совсем затупился. Сейчас продемонстрирую, как он пилит. Как только начинаю пилить, от трения диска о дерево идут клубы дыма. Это больше похоже не на распил дерева, а на его прожигание. Согласитесь, это не работа, а мучение какое-то. Чтобы показать, какой получается спил, мне придется допилить этот кусок ОСБ до конца. Фуф, наконец-то допилил. Думал, не допилю его. Как вы можете наблюдать, на дереве спил получился горелый. Ну а теперь покажу быстро, буквально за пару минут, как заточить диск. Берем стяжку и фиксируем, чтобы он обратно не возвращался. Нажимаем на кнопку, чтобы застопорить якорь. Далее необходимо снять диск. Для этого против часовой стрелки откручиваем болт шестигранником. Снять шайбу, снять диск с посадочного места и вытащить его из пилы. Перевернуть и установить обратно. Поставить шайбу и затянуть ее болтом. Теперь нужно подключить питание к пиле. В моем случае это аккумулятор. Устанавливаю его на свое посадочное место. Далее нужно зафиксировать пилу за подошву при помощи тисков. Нужно убедиться, что пила надежно закреплена. Теперь берем брусок для заточки ножей. Подойдет любой. Брусок кладем на подошву и аккуратно его подвигаем к зубьям диска, чтобы зубья диска немного касались бруска. Включаем пилу. Зубья диска чиркают по бруску. Таким образом пила сама затачивает диск. Давайте посмотрим, как диск заточился. На кончиках зубьев можно наблюдать свежую заточку диска. Теперь откручиваем диск, устанавливаем диск в первоначальное положение. Срезаем стяжку и проверяем его в действии. Так что, друзья, вы сами все видели. Вот такой простой метод при помощи обычного камня. Можно использовать вот такой камень для заточки. Без проблем, можно править. И он потом у вас будет еще неплохо пилить. Вот такой вот диск с твердосплавными напайками, циркулярный. Также, без проблем, я думаю, можно править и обычные циркулярные диски без напаек. Тоже подойдет такой способ. Ну а на сегодня, друзья, у меня все. Спасибо большое за просмотр. Желаю всем добра, удачи и успехов. Берегите себя. Пока-пока.